Вот на ваш взгляд, какой будет финал Путина? Ну, я не баба Ванга, как там ее, и не Нострадамус. Я могу, конечно, знаете, в стиле российских сказок поколдовать там и увидеть, как Путина, как Путина расстреливают или вешают во дворе в Гааге, там где-нибудь, как Геринга, например. Вот. Нет, конечно, к сожалению, я не обладаю такой информацией, как... но я могу сказать только одно, и что совершенно очевидно, и для этого не надо быть пророком, что Путин, напав на Украину и затеяв вот это широкомасштабное столкновение с Западом, очевидно переоценил свои силы, не просто чуть-чуть, да, на порядок. И он просто не может выиграть эту войну и главное противостояние Западом физически ни по каким параметрам. Потому что если мы сравним объем экономики России и экономики западных стран, включая Японию там, и других союзников американских, и это ну, просто абсолютно это слон, и даже не моська, а какой-то слон и какой-то там таракан, который таракан, пройдя, задавит и не заметит. Если сравнивать, опять-таки, военную мощь России, военную мощь США и НАТО, да, в основном, конечно, США и прежде всего, это, опять-таки, тоже несопоставимо. У России ни одного авианосца нет, как такового. А у американцев их множество. Это просто один из примеров. В действительности во всем так. Я уже высокие технологии, если сравнить. Тоже вообще невозможно сравнивать. Значит, то есть, что не возьми, да, то мы видим просто несопоставимые совершенно параметры. И у Гитлера было гораздо больше шансов выиграть войну вместе с союзниками. Потому что немецкая экономика, плюс японская, плюс итальянская, плюс еще там Венгрия, Румыния, Болгария, отчасти Финляндия были союзниками стран Оси. Значит, это вполне сопоставимо было. Одно время даже и превышало экономику стран антигитлеровской коалиции. То же самое и по военному вооружению у них было лучше у Германии к началу Первой мировой, чем у всех стран антигитлеровской коалиции вместе взятых, включая и тех, которых еще не были в этой коалиции. То есть включая Советский Союз и США. То есть американцы потом уже как накачали свою мощь. У Советов было множество оружия, больше, чем у немцев, но оно было хуже. Вот, значит, то есть мы видим, что это абсолютно несовместимая ситуация, и никак выиграть эту войну невозможно. То есть Украина при поддержке Запада одна или Россия втянет и западные страны уже в прямое противостояние, но результат будет один. А результат будет просто разгром и крах этого режима, и конец печальный Путина. Какие тут варианты могут быть, я не знаю. Может, его в Гаагу увезут, может, убьют, может быть, он сбежит. Но факт остается фактом, он не удержится у власти, я в этом абсолютно убежден.